На Шри-Ланке обнаружили самый большой в мире сапфир. По крайней мере, так утверждают гемологи, которые осмотрели камень. Его вес составляет более 1400 каратов. Владелец уникального голубого сапфира пожелал сохранить анонимность. Все говорят о каратах, но не знают о весе. 1 грамм равен 5 каратам. Получается, что мой камень весит около 281 грамма. О владельце камня известно только то, что он местный бизнесмен. Он оценил свой камень в 100 миллионов долларов. При этом говорит, что на аукционе за сапфир могут заплатить до 175 миллионов. Камень назвали «Звезда Адама». Я искал товары для ювелирного магазина, который скоро планирую открыть. И однажды я натолкнулся на этот кусок отполированного сапфира. Шри-Ланка славится драгоценными камнями, такими как рубины, аметисты и аквамарины. Так, 3 крупнейших в мире сапфира были найдены именно здесь.